Могу начать, друзья. Всем доброго дня. Сегодня мы говорим про Fanvil 3CX, идеальное комплексное решение телефонии. Но большая часть вебинара, конечно, как и было анонсировано, будет посвящена техническим особенностям настройки устройств Fanvil на платформе 3CX. Действительно, тогда начнем. Кратко представлюсь и представлю коллег. Сегодня с нами Григорий Лямин, маркетинг-менеджер Fanvil в России СНГ. Ну, на самом деле, Григорий обладает также максимальными техническими компетенциями, тоже во всех вопросах, связанных с настройкой оборудования, поэтому значимая часть именно технической части вебинара сегодня как раз проведет Григорий. С нами сегодня Олег Левицкий, старший инженер компании Апиматика. Вы можете знать Олега как нашего тьютора по направлению 3CX, который проводит и офлайн, и онлайн обучение. Сегодня, конечно, тоже будет часть, посвященная 3CX от Олега. Ну и сегодня с вами я, меня зовут Илья, продукт-менеджер компании Апиматика, как раз по направлениям 3CX и Fanvil. Поэтому каждый раз радуюсь, когда у нас происходит такая синергия, мы проводим совместные вебинары этих двух вендоров. Я сегодня займу больше коммерческую часть, так сказать, нашего вебинара, обзорную, расскажу кратко про нас, про вендоров и про продукт, который мы представляем. Собственно, мы, компания Apimatica, мы являемся дистрибьютором по двум этим брендам, по 3CX и по Fanvil. На данный момент мы единственный дистрибьютор Fanvil серии i в России. i от слова интеркомы, ну, то есть это продукты для безопасности, домофоны, ответные панели, аксессуары. Мы являемся также дистрибьютором серии h в России. h от слова отель, это отельные телефоны. И мы являемся единственным дистрибьютором коммуникационной платформы 3CX. Наша компания существует уже давно. Как раз в этом году мы отмечаем 15-летие компании Apimatica. С этим будет связано много событий, мероприятий, акций и так далее. Год будет посвящен этому. Стараемся обеспечивать максимальный рост по каждому нашему бренду. Ну и, конечно, благодарны нашей обширной партнерской сети, ну и вам, кто присутствует на вебинаре или кто смотрит его в записи, за долгие годы активной совместной работы. География достаточно широкая. Мы сегодня в рамках нашего вебинара, наверное, больше будем общаться в преломлении России, российских партнеров. Ну и на вебинаре, скорее всего, большая часть, кто присутствует, это именно партнеры из России, но также мы с удовольствием готовы обеспечить и поддержку коммерческую, техническую наших партнеров в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Беларуси по этим направлениям. Кратко о продуктах, которые мы сегодня рассказываем. Наверное, многие из вас это знают, но, может быть, кто-то нет. Так что не лишним будет напомнить, 3CX – это не просто АТС, это полноценная коммуникационная платформа UC&C, Unified Communication and Collaboration, то есть не только модуль АТС, традиционный есть традиционный модуль IP-телефонии, но также чаты, статусы, обмен файлами, сообщениями, как внутри компании, так и с клиентами в колл-центре. Широкие возможности интеграции с мобильными устройствами. Ну, у 3CX действительно классно работает мобильное приложение, со всех сторон я им тоже пользуюсь и доволен. Отдельное приложение есть для видеоконференций с мобильных устройств. Собственно, как раз этот модуль видеоконференции также бесплатно идет и встроен в любую АТС-ку, позволяет проводить и вебинары, и видеовстречи. Всевозможные интеграции с бизнес-приложениями, с CRM-ками, с PMS и прочими. Модуль контакт-центра для работы крупных компаний, ну или аутсорсинговых контакт-центров. Ну и вот это вот все профессионально переведено на русский язык, чем мы тоже гордимся и радуемся. Не как, возможно, у каких-то азиатских вендоров, где что-то сделано через Google-переводчик, а действительно живыми людьми, которые все профессионально переводят на русский язык. 3CX обладает уникальной системой лицензирования. Существует несколько редакций по функционалу, более расширенные или более узкие, но чуть более дешевые. Естественно, в платформе присутствуют бесплатные версии, и любой пользователь в мире может скачать бесплатную версию 3CX, установить себе, посмотреть, попробовать, как оно работает. Ну и на самом деле даже в России есть только больше 10 тысяч клиентов, каких-то ну, маленьких компаний или вообще индивидуальных предпринимателей, которые пользуются бесплатной версией 3CX, и им этого достаточно. Основное отличие 3CX от любой другой платформы – лицензирование по одновременным вызовам, а не по абоненту. То есть в любой АТС-ке может быть прописано до 10 тысяч абонентов, даже если она всего на 4 одновременных вызова. И это очень выгодно многим компаниям. Самый яркий пример – это отели, где устройств много, абонентов много, но звонят они мало. И нельзя, да, не сказать, что 3CX лицензируется именно как по годовым лицензиям. То есть никаких бессрочных вариантов у нас здесь нет. Это именно подписная модель использования. Ну, наверное, к чему мы уже так или иначе все привыкли в 21 веке. И многие сервисы, вообще компании по всему миру переходят именно на подписные модели. Софт от 3CX, да, это именно чисто программное решение, не коробочное. Тоже на этом акцентирую внимание. Мы предлагаем именно как годовые лицензии. Fanvil – это известнейший бренд из Китая, производитель IP-телефонов и других абонентских устройств с широкой продуктовой линейкой. SIP-телефоны,
телефоны, SIP-домофоны, интеркомы, устройства для SIP-оповещения, всевозможные аксессуары. Кроме того, у Funwheel есть собственная платформа Funwheel Device Management Cloud System для настройки и управления всем парком аппаратов. Я думаю, что Григорий сегодня подробнее про это расскажет. Такая широкая линейка оборудования под разные задачи. Но мы, компания IP-Matic, являемся специализированным, достаточно узкопрофильным дистрибьютором по Funwheel. Мы поставляем устройство под конкретные, ну, специализированные, как я сказал, задачи. Например, это линейка отельных телефонов, предназначенных для установки в гостиничных номерах. Три модели: H2U, H3, H5. Ну, они бывают в разных цветах и, соответственно, с поддержкой Wi-Fi или нет. Поэтому именно номенклатура моделей достаточно широкая, их, конечно, больше, но базово это три устройства. На левой картинке модель H2U предназначена для установки в ванных комнатах отелей, но, конечно, используют это устройство где угодно, везде, где нужен простой, красивый, удобный, приятный на ощупь, легкий, но при этом хорошо работающий IP-телефон в настенном исполнении. Часто также у нас их берут именно как домофонную трубку, чему, конечно, мы тоже рады. Ну и устройство непосредственно, да, для того, чтобы ставить на прикроватные тумбочки в гостиницах с экраном или без, тоже достаточно популярное у нас. Ну и современные отели так или иначе переходят на IP-телефонию для сотрудников, для гостей, поэтому, конечно, спрос на такие устройства все больше и больше. Благо, все гостиницы от 4 звезд и выше так или иначе должны обеспечивать гостей связью. В любом случае, им нужно телефоны в номерах ставить. Отдельная группа продуктов, также специализированные телефоны для колл-центров. Ну, подробно здесь не будем останавливаться, но это специальные аппараты без трубки вообще, но с возможностью подключения любой гарнитуры и использования в работе именно для операторов колл-центров. Шлюзы-контроллеры и аксессуары к ним. Это как раз вот группа устройств для оповещения, но и также их используют для создания точек связи по модели do-it-yourself. То есть у нас их часто берут в лифты, в терминалы самообслуживания, в паркоматы, в автоматические станции заправочные или мойки. То есть, соответственно, шлюз-контроллер прячет внутрь какого-то имеющегося короба, наружу выводит девайсы, кнопку вызова, камеру, микрофон, динамик, чтобы можно было нажать, поговорить, но при этом нет корпуса. Соответственно, это получается и дешевле, и удобнее, что можно там самому скомпоновать, спрятать, встроить их в любой уже имеющийся корпус. Ну и также для оповещения прекрасно шлюзы подходят, к ним можно подключить различные устройства, например, колонки, ну и, соответственно, заводить OSI-сигнал для трансляции или для каких-то там экстренных сообщений, например. Ну и, кстати, даже аналоговые камеры тоже можно к этим коробочкам подключить и также завести в общую сеть, так что сценарии применения самые разные. У нас был тоже отдельный вебинар непосредственно по этим шлюзам контроллера, по всем вариантам их применения. Можно найти, например, на нашем YouTube-канале. Ну, самое, наверное, важная и значимая для нас группа продуктов – это IP-домофоны. Ну, в достаточно широком смысле. То есть часто их называют и вызовными панелями, и интеркомами, какими-то еще, можно, другими словами. Но в любом случае все устройства от Funwheel – это домофоны, в том смысле, что у них есть реле для контроля доступа и открывания двери. Независимо от того, полноценна ли клавиатура, или 5 кнопок, или одна кнопка, или две. Устройства бывают разные. В любом случае функционал домофона они отрабатывают. Ну и также целая линейка устройств внутренних, внутренние SIP-панели, видеопанели для того, чтобы хозяин квартиры или секретарь или охранник, например, в компании могли посмотреть, кто пришел, и принять решение открыть дверь или не открывать. Я упоминал на слайдах выше про аудиотрубки, которые используются как ответное устройство в проектах домофонии. Ну, видеоустройство, конечно, тоже есть, ну и тоже в разных форматах, с тачскрином, без, с маленьким экраном, с экраном больше. Выбор тоже достаточно широкий. Ну, еще такая тоже, да, специализированная группа продуктов, консоли мониторинга и оповещения. Мы поставляем такие вот аппараты для центров мониторинга, для, может быть, консьержей или каких-то супервизоров в супермаркетах, например, или служб помощи, служб спасения. То есть некоторые из них отличаются наличием микрофона гусиной шеи, что для многих важно, и можно какие-то объявления сделать с помощью этого микрофона. Ну, просто красивая картинка, нельзя также не сказать, что есть у нас красные телефоны, которые, ну, по своей философии подходят для служб спасения, пожарных станций, где вот такие заметные аппараты как бы эмоционально подходят к тому, что происходит, может быть, диспетчерские, авиадиспетчерские и тому подобное. В этом году также у Funwheel будет много новинок. Ну, вот, например, сейчас мы начинаем продавать вот такие вот спикерфоны, по которым я сейчас говорю. Также в ближайшее время появятся FXS-шлюзы, тоже уже есть у нас в транзитах. Всевозможные прочие новинки, ну, в этом плане компания Funwheel, она крайне активная, и отдел разработки R&D активно трудится, и, ну, наверное, я не знаю, каждый, может быть, месяц предлагает какие-то все более новые, более совершенные
мобильное устройство, или наоборот, вширь как бы закрывает какие-то еще ниши, которые до этого не были закрыты. Так что с удовольствием, конечно, в 2023 году будем все новые и новые устройства от Fanvil предлагать. Но в любом случае, все вот эти продукты, о которых я рассказывал выше, и которые будут в будущем, они совместимы в работе с платформой 3CX. Более того, на сайтах вендора можно посмотреть, что именно устройства от Fanvil, они для платформы 3CX имеют максимальную степень совместимости, то есть они помещены именно в раздел «Рекомендованные». Там есть несколько градаций: рекомендованное оборудование, совместимое, протестированное. Вот именно Fanvil тот единственный вендор, который в первую очередь для работы рекомендует компания 3CX. Ну и как дистрибуторы я хочу сказать пару моментов про то, что мы всячески призываем реализовывать комплексные проекты на оборудовании 3CX и Fanvil. Ну, во-первых, здесь вот такие проекты готовы предоставлять дополнительные скидки по одному или по другому, или по обоим брендам. Это выгодно для партнеров в плане заработка, потому что платформа 3CX не позволяет заработать сразу много непосредственно лицензии, но они такие дорогие, но это ежегодная подписка. То есть, реализовав один проект, вы из года в год будете получать предсказуемый доход. Ну а при реализации проекта в первый раз, конечно, тоже приятно вместе с ПО продать свои услуги, компетенции и, конечно, оборудование от Fanvil, и тоже сразу на всем получить свою маржу. Тем более, что оборудование протестировано, все с одного склада, из компании Apimatica, так что здесь никаких дополнительных проблем не будет, и логистически, и технически все будет достаточно просто. С радостью готовы и делаем это, представляем призы, подарочные сертификаты, даже прямые денежные выплаты были за реализованные комплексные проекты и за описанную историю успеха таких проектов. Ну, это в конце еще пару слайдов будет, там похвастаемся. Техподдержка, конечно, от нас. Здесь и вендоры, конечно, всегда готовы помочь, оказать поддержку, так или иначе, и техническую, и сейловую. Но мы, как дистрибутор, тоже этим занимаемся, так что можно в одном месте все свои вопросы решить. Ну и насущный вопрос, наверное, для 2023 года. Оба этих вендора, и 3CX, и Fanvil, продолжают работу в Российской Федерации. Никаких ограничений и санкций здесь нет. Многие пугаются, что 3CX это европейский бренд, но на самом деле мы работаем с компанией 3CX, как с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Офис находится в Дубае, так что с этим тоже проблем никаких пока нет и не будет. Все, на этом я какую-то вводную коммерческую часть хотел бы закончить и уже передать слово коллегам, чтобы они рассказали, собственно, о самом главном, о чем мы здесь собрались, собственно, про особенности настройки оборудования. Гриша, тогда тебе слово. Да, сейчас я переключусь на презентацию. Перед тем, как мы поговорим об интеграции 3CX, то, что они сделали с Fanvil, нужно, наверное, немножко рассказать про сами облачные системы, которые предлагает Fanvil для своих устройств. Про линейку, да, вы уже слышали. И все наши телефоны, все наши домофоны, которые были выпущены примерно после 2019 года, они имеют в своей прошивке, то есть в своей основе, такой вот функционал, когда телефон при загрузке стучится на внешний сервис Fanvil и забирает себе ссылку конфигурационного файла, то есть какой конфиг он должен себе применить. Есть два сервиса. Это сервис DPS, то есть сервис, который только хранит себе базу MAC-адресов и ту ссылку, которую он должен получать при загрузке. Если мы вообще копнем, да, какие провижинги существуют, да, вот эти легкие настройки телефонов, то самая популярная — это опция 66 DHCP, да, когда у нас телефон при получении IP-адреса получает еще и вот этот URL, где он должен взять свой конфигурационный файл. Ну и также есть еще и PNP-провиженинг, когда телефон рассылает широковещательный пакет, и TSM отвечает: да, вот я готова тебе предоставить конфиг, там, какой твой Mac, и дальнейшее идет уже общение. То есть все эти сервисы Fanvil представляет бесплатно, в отличие от неких других вендоров. И совсем, ну не сказать, что недавно, но может быть там в прошлом году мы уже как-то основательно запустили и рекламируем наш сервис, который предназначен не только для вот этого предпровиженинга, но и для управления устройствами, для мониторинга этих устройств, там сбора какой-то статистики, даже какие-то уведомления можно получать с помощью этого сервиса. То есть вы там также загружаете MAC-адреса, этот сервис сам уже синхронизируется с нашим вот этим сервисом FDPS, который там сбоку работает, и все настройки, которые есть у вас внутри IP-телефона, вы также можете их осуществлять уже с этого сервиса FDMCS. Теперь приближаемся к 3CX. Значит, 3CX — это единственный, по сути, вендор, производитель ATS, как модно говорить, систем унифицированных коммуникаций, который сделал вот такую плотную интеграцию с нашим сервисом вот этого предпровижена, Distributed Provision Service от Fanvil. И то есть, когда
вы настраиваете FanVIL телефон в вашей 3C, в системе 3CX, вы вбиваете там MAC-адрес, и этот MAC-адрес, он автоматически загружается на сервера FanVIL. То есть если эти сервисы, о которых я рассказывал, вы, конечно, бесплатно можете получить доступ через меня, там, прислать там свои какие-то контактные данные, название компании, получить как бы доступ и сами управлять телефонами. Но, в принципе, как пользователь системы 3CX, вы автоматически являетесь уже и пользователем наших вот этих систем провиженинга. Другая еще функция, о которой я хотел бы рассказать, сам 3CX ее не очень рекламирует, потому что система лицензирования 3CX так построена, что вы покупаете лицензию на одновременные вызовы. Я вот задумывался, что есть одновременный вызов с точки зрения 3CX, вот сейчас тут и Олег присутствует, Илья, может быть, они мне потом расскажут. То есть если у нас есть группа какая-то пользователей, группа телефонов, и мы делаем одновременный вызов на эту группу, допустим, на 5 телефонов, то есть у нас будет нужна лицензия на 5 разговоров, либо пока не установится сессия, то есть пока уже не пойдет RTP-трафик, это и только вот эту конкретную сессию 3CX будет считать. Как бы. Ну, разница в том, что вот вы можете использовать такой лайфхак, когда у вас есть гостиничный номер, или у вас есть какая-то компания, которая разбита по отделам, и которая пользуется несколькими телефонными аппаратами, вам не нужно настраивать и вот потреблять вот эту вот одновременную лицензию. То есть если вы знаете, что вам не нужно статистику снимать конкретную, там, записи разговора хранить, там, всего. То есть у вас есть отдел какой-то, вы настроили вот эту группу, и сам FanVIL устройство, которое вы единое связали с 3CX, оно может вот по мультикасту уже раздавать этот вызов, там, до 10 дополнительных телефонов. Это может быть полезно, вы даже можете внутри настроить какую-то свою адресацию, то есть нажали 1, вызов пойдет, там, на один телефон внутри этой группы, нажали 3, вызов, там, на другой телефон, то есть это в какой-то бухгалтерии, где там не суть важно, какой человек ответил, вот может быть, если это крупная бухгалтерия, опять же, можно использовать вот такой вот функционал SIP Hotspot, то есть как бы мы сегодня не настроили FanVIL телефон по 3CX, вы все равно сможете попасть внутрь веб-интерфейса, там, правда, логин-пароль, конечно, сменится в целях безопасности, уже не будет админ-админ, а будет более какой-то секурный, но вы все равно попадаете внутрь телефона, там настраиваете вот эти вот рейн-группы, опцию SIP Hotspot, и можно вот этой функцией пользоваться. Ну, пару слов скажу об настройке обычного телефона. Я не счел нужным на этом останавливаться. То есть та настройка, которая она была, у вас никто ее не отнимает. Если мы говорим об настройке вне офиса, у вас телефон располагается, то вы можете 50-60 порты для RTP-трафика на 3CX пробросить и настроить это как самый там обычный телефон. Если у вас все внутри одной компании, внутри одного VLAN, внутри одного сетевого сегмента это все работает, то там вообще все просто. Вы вставили телефон, он сам обнаружился, сам настроили. То есть это все будет работать, и я надеюсь, вот эту настройку мы сегодня не будем показывать. И, кстати, что мы сегодня будем? Я подготовил два телефона. Это вот наш один из самых популярных телефонов X3S Lite и телефон V-серии. Тоже самый, наверное, недорогой телефон из V-серии. Это модель V62. Тоже сейчас можете ее увидеть. То есть, когда вы пробрасываете порт 50-60, то это может быть не совсем безопасно. Я не сомневаюсь в компетенциях там, разработчиков 3CX. Наверняка там предусмотрели какие-то защиты от подбора паролей, там какие-то черные-белые списки. Но все равно, наверное, в нормальном мире не очень рекомендуется пробрасывать 50-60 на вашу АТС, какая бы там она крутая ни была. Всем даже каких-то именитых вендоров, типа там LG, Samsung, тоже эти ТС как-то взламывали. Поэтому понятно, тот путь, который решил выбрать 3CX, они для подключения внешних телефонных аппаратов делали такую вещь, как SBC, Session Border Controller. Но тут он не разбирает трафик, а здесь он является, по сути, неким прокси-сервером. То есть этот телефон, список моделей, кстати, перечислен на данном слайде. То есть не все телефоны FanVIL могут использоваться в качестве SBC. То есть этот телефон, ну, поднимает свой некий там секурный какой-то VPN до вашего сервера, и весь этот трафик, он зашифрован и общается там по своим каким-то портам с 3CX. И все телефоны, которые у вас также работают удаленно, но видят вот этот вот телефон SBC, они уже работают через него. И весь трафик как бы ходит через этот телефон. Тут в списке почти вся вторая ревизия наших телефонов. Мы, наверное, летом 22 года обновились. Во-первых, сменили там чипсет, добавили оперативной памяти на телефон. Телефон стал шустрее работать. И таким
маловажные вещи, может быть, добавили, например, там шестистороннюю конференцию, кодеки, если не ошибаюсь, какие-то были добавлены, но вот увеличение общей производительности позволило добавить еще вот возможность работы телефонов FunWheel в качестве SBC. Раньше 3CX давал возможность тоже подключить вот этот SBC прокси в удаленном офисе на обычной x86 машине, там, да, какой-нибудь Intel AMD процессор, но это тоже мы понимаем, что совсем недешево, потребляет много электричества, и у них была опция использовать Raspberry Pi. Но я посмотрел, сколько сейчас стоит Raspberry Pi, он стоит, наверное, больше $200. Это сильно идет вразрез с той первоначальной идеей, для чего он там создавался, что это был там компьютер за 40. Вот теперь он стоит 200, и вот эта идея использовать прокси как в каком-то, какой-то производительный телефон, она лежала, конечно, на поверхности, и я как бы рад, что именно вот FunWheel бренд такой глубокой кооперации смогли сделать вот такую прошивку, которая будет являться SBC, как бы неким сборщиком всех SIP-данных от других телефонов. Значит, я здесь по пунктам расписал, что же нам нужно, чтобы настроить телефон, то есть эту презентацию кто-то может скачает, кто-то потом там посмотрит, вот, и я сейчас переключусь на браузер и там в реальном времени постараюсь это все настроить. Ну, главная требуемая версия прошивки на телефонах FunWheel, она лежит непосредственно в файликах от 3CX, да, по настройке вы там можете скачать эту прошивку, в разделе Support на главном сайте FunWheel.com тоже мы обновляем прошивки, там они все лежат, но если мы говорим о провиженинге телефонов, та функция, которая должна облегчить настройку нам большого количества телефонов, то есть, да, у нас 50-100 телефонов, мы, конечно же, устанем заходить на каждый телефон через браузер, включать его, прошивать, то есть теряется смысл тогда этого провиженинга. Я вчера думал, как же тогда это обойти, то есть если у нас альфа-версия 3CX, она вышла в ноябре, в декабре она была там в режиме бета, сейчас она вроде как то ли стейбл, то ли уже как-то распространяется, в общем, все работает, но как же нам обновить прошивку? И вот мы возвращаемся к нашей системе FDMCS, которая в самом первом слайде рекламировал, то есть вы туда можете загрузить список MAC-адресов этих телефонов, да, которые вы хотите запровиженить, и мы же предполагаем, что это удаленный телефон, если удаленный, он имеет выход в интернет, и можно вот так это воспользоваться, сначала мы обновляем прошивку на телефонов, которая требуется 3CX, это может быть, конечно, не актуально, если сейчас будут уже дистрибьюторы завозить последние ревизии, там, последние партии этих телефонов, они уже будут обновлены на нужную прошивку, много телефонов уже поступили, которые есть сейчас в наличии, поэтому у них, конечно, мы прошивку должны обновить. Вот обновляем либо через сервис FDMCS, как я сказал, ну, либо приносим эти телефоны единожды в офис, да, чтобы они все обнаружились как локальный телефон, то есть чтобы они существовали в одном сегменте сети и сама АТС, и телефон, тогда она его по PNP обнаружит. И вы также в веб-интерфейсе самого 3CX можете поставить галочку, обновить телефон, прошивку у этих телефонов. Как бы это тоже будет сделано, тоже, в принципе, на 100 телефонах это достаточно просто, быстро. Ну и другой вариант, да, если это, опять же, удаленный телефон, то есть мы звоним нашему системному администратору, вот я удаленный сотрудник, меня перевели, мне нужно настроить телефон в рамках качества удаленного телефона, вот, ну, тогда скидывайте AnyDesk, тот заходит через админ, прошивает телефон, и так это работает, но других вариантов я не вижу. Другой момент, что у вас 3CX должна обязательно работать по HTTPS с валидным сертификатом, то есть по домену, и какой-то Let's Encrypt бесплатный, по идее, тоже пройдет. То есть когда это все настраивал, проходил, я тоже с этим немножко обжегся, что у меня не работало, но вы как бы знаете, что если вы настраиваете, это все должно работать через HTTPS. Так, а теперь, ну что ж, перейдем непосредственно к настройке этих IP-телефонов. Я переключу браузер. Теперь вы видите мою вкладку Safari. Это обычный интерфейс администратора. То есть вы установили станцию, там, зашли под админом и начинаете делать настройку. Первое, что вам нужно сделать, это добавить пользователя. Тут есть некое разделение. Теперь появился личный портал администратора. Есть общий портал. Я это так вижу. Возможно, Олег меня там чуть попозже поправит. Но вы сначала должны добавить пользователя. Мы сейчас сегодня будем настраивать пользователя 1099. Вы должны его добавить, вбить, ну, имя, фамилию, номер добавочного. Может, вам система предложит. Может, вы сами вобьете тот, который вам нужен. Вам нужно ввести e-mail. На этот e-mail придет логин-пароль для доступа в ваш личный аккаунт. Не админский аккаунт, а личный аккаунт этого пользователя.
вот он, который будет доступен по ссылке, вот веб-аутентификация, вы вот можете по этой ссылке потом переходить. И другой момент, это новая тоже фича, которая появилась вот в этой вот альфа-версии ноябрьской 3CX, это роли пользователя. О ролях пользователя тоже, я надеюсь, Олег расскажет, но вот в нашем случае, чтобы настроить FunVille телефон, вы должны дать роль пользователя не ниже администратора группы. Дали роль, сохранили и перешли вот в этот личный аккаунт, в личный кабинет вот этого нового нашего абонента 1099. Вот он так выглядит. Это тоже некий дашборд, где вы там впоследствии звонками можете управлять. Но так как вы дали права не обычного юзера, там не секретаря, а права некого администратора, то у вас появляется вот эта опция настройки. И вот здесь, вот именно в этом интерфейсе, вы переходите в настройку IP-телефонов. Мы заходим в пользователя, видим всех пользователей, которые у нас заведены на этой станции сейчас. Ну, я буду настраивать номер 1099 и 1016. У нас сейчас, вы видите, ничего не подключилось. Кстати, если мы в основном администраторском аккаунте от 3CX, тоже на вкладку телефонов, перейдем, мы видим, что здесь у нас никаких телефонов нет, ну, кроме тех, которые существуют локально, обнаружились. Или вот SBC мы уже с другим телефоном настраивали. Значит, в личном кабинете пользователя мы заходим внутрь этого аккаунта, переходим на вкладку IP-телефон. Нажимаем клавишу «Настройка телефонов». Ну, мы сегодня настраиваем, да, имя телефон как SBC, он у нас располагается где-то за пределами, поэтому пункт выбираем «За пределами офиса». То есть, если у нас телефон в офисе, я не вижу смысла над этим останавливаться, там все очень просто. Переходим и видим, что у нас есть две опции. Это телефон-маршрутизатор или нормальный телефон, здесь обычный телефон это названо. Но так как у нас в системе уже есть хотя бы один телефон через SBC, подключенный через SBC, у нас 3CX дает уже выбрать и обычный телефон. Но у вас эта опция не будет доступна, если хотя бы один телефон SBC еще не добавлен. То есть сейчас мы будем добавлять новый телефон-маршрутизатор, допустим, уже в третьем офисе. У нас такой кейс. Выбираем модель. Видите, здесь уже перечислены модели, которые будут работать. Наш телефон V62. Я вот здесь подготовил MAC-адрес, чтобы не тратить ваше время. Добавляю этот телефон и связывается у нас с сервером FDPS, который мы видим вот это окошечко, значит, этот MAC-адрес был успешно отправлен на фанвилловский сервер. Вот я как раз сейчас взял телефон V62. Можете видеть на вашем экране, да, если вы меня еще лицо мое смотрите. Телефон загружается. Это, то есть, абсолютно новый телефон. Можно сказать, он пустой, я его достал там из коробки. Я его, конечно, обновил прошивку, но про обновление прошивки я вам уже как бы сказал, как это нужно производить. Но представим, что у вас уже приехала партия телефонов, которые нормально работают с там, последним 3CX. Вот телефон у нас загрузился, и так как MAC-адрес был передан, у нас возникает вот такое окно, которое как раз запрашивает ваши данные, имя пользователя и пароль, которые сейчас высвечиваются на экране. Мы вводим пользователь 1099 и вводим пароль тоже, который виден на экране, 0684200009. Нажимаем клавишу ОК. Клавиша ОК нажалась, телефон у нас попросил перезагрузиться. Телефон перезагрузился, эту вкладочку можем закрывать. Ну, здесь уже видны какие-то параметры, которые тоже вы можете настроить, можете сменить язык, какие-то рингтоны. И после загрузки этого телефона, он уже вот практически загрузился, судя по экранчику, поморгал. Вот он загрузился, и на нем, видите, аккаунт 1099. Телефон у нас успешно привязался как SBC. То есть, если мы переходим уже на администраторскую вкладку телефонов, вот обновил страничку, у нас здесь подцепился, вот он, телефон 1099, FunVille, модель V62, нужная прошивка. И здесь у нас написано, что он работает в качестве SBC телефона V62. Продолжаем настройку. Теперь, что нам делать с другими телефонами? Если у нас тоже это пустой телефон, вот мы его взяли, FunVille X3S, мы переходим в другого пользователя, но уже производим все настройки в личном, опять же, аккаунте администратора. Переходим на 1016, не настроен телефон, нажимаем кнопку «Настроить», также «За пределами». Это у нас будет теперь нормальный телефон, нам уже SBC не нужен. Выбираем модельку, наш будет моделька X3S Lite, MAC-адрес я тоже подготовил. И здесь мы выбираем SBC, через который он будет работать. Вот у нас телефон V62. Нажимаем кнопочку «Добавить». Этот MAC-адрес улетает в нашу систему FDPS, да,
предпровижнинга, то есть теперь любой телефон FunWheel с этим MAC-адресом будет. И у нас на телефоне, ну, либо через какой-то период, либо после перезагрузки, опять же, возникает запрос логина и пароля. Мы также вбиваем 1060, здесь нужно перейти из букв на цифровой ввод, 1016, пароль 841981128. Нажимаем клавишу ОК, и телефон у нас соединяется с сервисом 3CX. Так, он же, по идее, должен был написать аккаунт 1016. Может быть, его надо было перезагрузить. Сейчас мы посмотрим, как он у нас определился в настройках. Переходим в администраторский аккаунт. Так, вот у нас телефон, вот он, X3 SP Lite. Тут прошивка, я так понимаю, уже не сильно важна, потому что у нас он работает через SBC телефона 3115. Да, здесь есть два IP-адреса, IP-адрес телефона, IP-адрес SBC. Ну, наверное, нам просто нужно перезагрузить этот телефон, и после перезагрузки он у нас возьмет этот аккаунт. Тут немножко подождать. Ага, вот. На перезагрузке он еще раз запросил почему-то логин и пароль, хотя я вбивал. Но так как он у нас уже обнаружился через SBC, это как раз-таки одна из опций. А что, если я попробую прямо из этого интерфейса сделаю присвоить номеру, который я хотел, 1016. Окей. Присвоили FunWheel X3. Если мы нажимаем ОК. Угу. Применилось. Так, здесь же у нас пока так и запрашивает логин и пароль. А, все, подтянулся. Надо было просто подождать. То есть эти данные уже... Он не сразу подтягивается. Вот, пожалуйста, Грик ТС-2, Григорий, то есть мое имя подтянулось, и я уверен, что здесь, если мы обновим на вкладочке, да, вот он 1016, у нас подтянулось к аккаунту, даже не пришлось вбивать. То есть, в принципе, мы отсюда уже можем переходить и настраивать все телефоны. Ну что ж, я рад, что вот у нас оба телефона подключились, запровиженились. Вот здесь же мы потом сможем и обновлять прошивки, о которых я говорил, передавать там различные файлы. Ну, здесь все актуальные прошивки, поэтому ничего не будет. Сейчас я еще разочек переключусь на презентацию, по слайдам пробегусь. Вот здесь мы по пунктам прошлись, пин-коды вбили. Вот здесь мы указали, что он за пределами. Выбрали тип у нас телефона, маршрутизатор или обычный телефон. Вот этот пин-код, который предлагала ввести система, который предлагается ввести потом. Здесь также говорится, если у вас телефон как-то был настроен, то его нужно сбросить на настройки по умолчанию. Кстати, сейчас FunWheel немножко изменился, вот этот аппаратный вброс. И если пусть, опять же, в записи будет, сейчас на телефонах вы должны перейти в режим постмод. То есть, если вы забыли логин-пароль от вашего телефона, если, или вот как в моем случае с 3CX, то есть я настроил, потом в самой системе 3CX удалил этого абонента, но в телефоне-то данные у меня остались, и логин-пароль администратора я уже не мог узнать, и мне пришлось вот именно через постмод сбрасывать. Телефон втыкаете питание, ждете, пока моргнет светодиод голосовой почты, нажимаете решетку. Телефон переходит в режим постмод и вбиваете команду звездочка решетка 168, и тогда телефон переходит у нас на заводские настройки. Но это скрин снят из телефона, то есть вы видите, что у него, после того, как он является SBC, у него здесь прописывается адрес прокси-сервера, и другие телефоны, когда вы настраиваете, то есть вы можете зайти на этот удаленный телефон X3S, то есть либо делать так настройки, как показал я, либо если это телефон до 2019 года, он не умеет вот эту вот синхронизацию маков с нашей системой DPS, то вы можете заходить на телефон, включать вот PNP Provisioning, указывать IP-адрес вот этого телефона SBC, и он тогда будет пересылать эти пакеты в станцию 3CX. Ну, здесь еще также виден список телефонов FunWheel, как они здесь могут настраиваться. Так, и у меня, наверное, все. Сейчас я передам слово Олегу. Да, все отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас я вам расскажу о улучшениях и новых возможностях, которые появились в 3CX уже в крайнем релизе сборки 889. Значит, в ноябре прошлого года 3CX объявила о выходе альфа-версии. Далее в декабре была разработана бета-версия. И сейчас уже есть обновление 18.0, обновление 6, сборка 889, где реализованы новые улучшения и новые возможности функционала IP-ATS 3CX. Здесь реализованы следующие улучшения. Первое. Функционал SBC на IP-телефонах. В данный момент поддерживаются телефоны FunWheel, так
также поддерживаются телефоны Yalink 5 линейки. На этих телефонах также можно настраивать Session Border Controller, которые будут проводить автоматическую установку и настройку абонентских телефонов на удаленном офисе. Обновлен способ настройки и управления IP-телефонами. Если раньше администратор системы мог заходить от отдельной учетной записи суперадмина и там выполнять настройку телефонов, то теперь этот интерфейс доступен из личного кабинета пользователя, у которого будут делегированы соответствующие права либо локального владельца системы, либо глобального владельца системы. Добавлены новые настройки для групп абонентов. Развивается панель настройки и управления АТС из личного кабинета. Это раздел настройки личного кабинета. Добавлены новые роли пользователей и создана роль суперадминистратора, владелец системы для личного кабинета для абонента АТС. Также оптимизирована настройка SIP-линий для поддерживаемых операторов. Все эти нововведения описаны в релизе на странице по указанной ссылке. Есть также перевод на русский язык. Вот эта информация как бы доступна. И давайте более подробнее рассмотрим, кроме пункта установки SBC на IP-телефонах, поскольку Григорий уже на базе FunVille рассказал более чем подробно этот процесс. Мы рассмотрим другие пункты. Это новые настройки для групп абонентов. Группа теперь стала намного гибче и мощнее. Для группы можно настраивать собственный часовой пояс, язык и часы работы. В рамках группы можно делегировать права, используя роли, а не настраивать, как раньше, отдельные флажки по каждому разрешению, по каждому пункту. Таким образом, стало гораздо проще назначать роли и с помощью ролей делегировать полномочия для отдельных филиалов, офисов, ну или отдельных групп, как будут они спланированы, спроектированы. С помощью групп теперь можно создавать отдельные права для каждой команды компании и настраивать их более эффективно. Удаленные офисы теперь будут иметь свои собственные IVR, офисные часовые пояса. Также в рамках группы с использованием определенных прав можно настраивать линии, ну и производить другие настройки. Этот функционал также будет расширяться, будут добавляться еще и другие настройки. Например, можно определенных пользователей, да, только в рамках своей группы администратор локальной группы удаленного офиса сможет настраивать. И не будет иметь доступа к другим офисам, то есть у него будет разграничение прав. Это похожее разграничение прав, как было реализовано раньше Microsoft на базе групповых политик. Вот теперь в рамках данной системы этот функционал реализовывается. Результатом всего этого стало радикальное упрощение настройки всей АТС. Все полномочия делегированы, разделены, и в результате сокращается время администрирования АТС примерно на 300%. То есть нет необходимости просить суперадминистратора системы, чтобы он настраивал, например, офис на 10 тысяч человек. Соответственно, он все должен помнить, все у него должно храниться в записях. Либо необходимо нанимать несколько человек, и они под одной учетной записью могут только настраивать систему, не имея при этом разделения по регионам. Теперь это можно распределять полномочия по региону. Управление АТС из личного кабинета абонента осуществляется в разделе «Настройки». В личный кабинет теперь вынесены элементы администрирования АТС и реализован удобный интерфейс для управления пользователями. В разделе «Голос и чат» можно управлять транками, соединениями с различными Facebook интеграциями, чатами и так далее. Можно управлять группами, рабочими часами, настраивать обработку вызовов. Далее есть кнопка перехода в общий административный интерфейс системы, то есть в панель администратора, и раздел помощи. В АТС добавлены новые роли пользователей. Но, как мы помним, ролей раньше было всего две. Это пользователь и менеджер. И для каждой роли в рамках каждой группы можно было настраивать определенные права с помощью флажков. Теперь этот список ролей расширили, и на данный момент в АТС присутствует 7 ролей. Начиная от роли простого пользователя, который только видит статусы присутствия других пользователей, и заканчивая
заканчивая ролью владельца системы, который имеет полный доступ над всеми элементами настройки 3CX в рамках всего офиса. Также выделена роль владельца в рамках отдельной каждой группы, системного администратора. Более подробно по этим ролям можно почитать. Я на каждой подробно останавливаться не буду. Вот и мы пойдем дальше и посмотрим. Введена роль владельца системы для личного кабинета абонента. То есть обычному абоненту теперь можно назначить роль владельца системы для всей 3CX. И этот владелец системы будет иметь роль суперадминистратора. Он сможет полностью настраивать систему 3CX точно так же, как ранее можно было ее настраивать, заходя под административным интерфейсом с помощью административного логина и пароля. Теперь это можно делать через личный кабинет. Было добавлено возможность настройки сип-линии, то есть настройки транка из личного кабинета для поддерживаемых операторов. То есть теперь более легко можно зайти в личный кабинет абонента, имея соответствующую роль, и введя буквально страну, выбрав оператора, введя логин, пароль, настроить линию. Раньше линии настраивались из раздела АТС сип-транки. Выбиралась страна, выбирался оператор, вводился номер. Нужно было выбрать логин и пароль. То есть в большой панели с множеством настроек нужно было ввести логин, пароль. Теперь это все упростилось. Давайте сейчас я покажу панель настройки и разделы настройки для транка, для других подсистем АТС. Вот сейчас мне назначена роль суперадминистратора. Я вошел в личный кабинет как абонент системы. Перешел в раздел настроек, и у меня доступна панель для управления пользователями. Тут я могу управлять, добавлять, редактировать, импортировать, экспортировать пользователей в системе. У меня сейчас роль суперадминистратора, но когда мне будет назначена роль, или я могу назначить роль администратора локального офиса, администратора группы, суперпользователя, владельца группы, суперпользователь, администратор, владелец всей системы, а если владелец группы, тогда он сможет настраивать в рамках своей группы, своего филиала, своего подразделения, сможет настраивать транки для своего подразделения с помощью простого интерфейса, выбрав страну, выбрав провайдера, введя имя и пароль. Также можно осуществлять интеграции с WhatsApp, с разными сайтами, добавлять Session Border Controller. Здесь это то, о чем рассказывал, показывал Григорий. Также можно управлять группами, создавать группу, добавлять пользователей, управлять обработкой вызовов, формировать голосовые меню, настраивать будильники, переходить в общий админский интерфейс системы. Также есть выход для получения справки. Это новая панель настроек, которая появилась в личном кабинете абонента. Данные нововведения уже доступны в существующем обновлении, которое должно было примениться к существующим развернутым системам. Соответственно, эти настройки из личного кабинета, панель управления, панель настройки АТС из личного кабинета будет расширяться, дополняться. Далее мы будем отслеживать и сообщать, готовить вебинары о том, какие новые возможности будут появляться в 3CX. На данный момент я рассказал по нововведениям все. И хотел бы добавить, что в ближайшее время по настройкам функционала SBC на телефоне Ялинк я попытаюсь рассказать. И также по управлению группами и по работе групп и ролей я также сделаю отдельный вебкаст и об этом расскажу. Это появится на нашем канале IP-матика. Текущий свой доклад на сегодня завершаю. Спасибо за внимание. И передаю слово Илье, организатору. Он дальше расскажет о проектах, реализованных на базе 3CX. Да, да, Олег, спасибо. Нужно. Все хорошо, спасибо. А у меня вопрос был по лицензированию еще раз 3CX. Так все-таки, если у нас одновременный разговор и идет вызов на группу абонентов, то есть идет ринг там на пятерых, то есть мне нужна лицензия на 8, 12 и выше, или пока у меня вот эта RTP-сессия не установилась, пока вот конкретный вызов с трубкой не поднялась на том конце, вот именно вот это лицензируется 3CX. Понятен? Или я криво спросил?
Можно вмешаться, да, просто Илья сейчас думает. Григорий, а ну еще какой вопрос? То есть на каком этапе, когда соединяются два внутренних, это один вызов или как? Да, я рассказывал про опцию SIP Hotspot, когда можно расшарить конкретно SIP-вызов и по мультикасту уже на группу пользователей. И казалось, что это действительно может быть полезно, но с другой стороны, если мне хотелось понять, как это с точки зрения 3CX, вот это вот одно, если мы настраиваем по типовому подключению, то есть когда у нас все там 7 телефонов группы, там какой-то отдел колл-центра, отдел там бухгалтерии или еще кто-то, вот если к ним шестерым поступает одновременный вызов, мне нужна лицензия на 6 одновременных, или это как бы не является одновременным вызовом, когда у тебя идет рингинг на 6 человек? Хороший вопрос. Я скажу, что если это один будет вызов, поскольку выполнен вызов с одной стороны, на другую сторону, в данном случае второй стороной приемной является эта группа телефонов, то есть это один вызов. Точно так же, как один вызов, когда один телефон внутри, звонит на второй телефон внутри, это тоже один вызов, один одновременный вызов. Даже если на той стороне несколько телефонов или мультикастом, да, мультикаст это вообще отдельный вопрос, он там по-другому вообще работает. Мультикаст мы не трогаем, это именно тема фанвилла, да, а вот я хотел обычную логику по СИПу представить, как это. В рамках, может, не группы, может, в очереди. Представим, что очередь у нас, но внутри очереди ring all там с правила, то есть когда звонят все участники. Но это один очереди, вызов. И вот это вызов-то он один? Или если один там 6 человек вызов. В очереди? Один вызов. Потому что потом создается канал, когда двое соединяются. То есть поступает вызов из внешней линии, приходит в очередь, он в очереди дожидается, звонят телефоны оператора. Оператор отвечает и формируется один вызов. Один. Вот. Да. И это как раз лицензирует 3CX. Один вызов. Да, вот именно этот вызов соединение между двумя это и есть вызов. Вот я хотел сказать, это именно бегущий РТП трафик, когда у нас уже в два конца что-то слышно. А вот канал, вот этот... грубо говоря. Канал, да. Правильно, Илья, я говорю, так? Да. Если кратко, Олег прав, да, это будет один вызов, да. Да, давайте продолжим и закончим. Единственное, я хотел сделать теоретическое отступление. Про настройку обычных телефонов, конечно, как сказал Григорий, мы подробно не рассказывали, но на сайте 3CX, например, все эти инструкции есть в открытом доступе на русском языке, все это легко можно найти. И вообще, в принципе, заходите на сайт 3CX.ru, там есть огромное количество информации всевозможной, качественно переведенной на русский язык. Так что все есть в открытом доступе. В том числе есть и примеры проектов. Кейсы публикуются и на сайте ipmatica.ru, и на сайте 3cx.ru. Но буквально кратко хочется немножко похвастаться, о каких-то отдельных кейсах рассказать. Я упоминал, что отели — это такой яркий пример, где все преимущества 3CX и Funvel объединяются. И у нас есть действительно много примеров именно отельных проектов, где оба этих бренда показывают свои преимущества, свои сильные стороны. Мы такие проекты любим. Ну, вот, например, отель «Джамайка» в Анапе, там делали специальную кастомизацию, в том числе передних лицевых панелей телефонов. Все классно получилось. Если кто-то будет там останавливаться, можете вот вживую попробовать и оценить эти телефоны. Во Владивостоке у нас было несколько проектов. Такой активный город в этом плане получился. И с 3CX, и с Funvel. Ну, вот, например, один из самых топовых отелей города используют два этих бренда в работе. В Минске был пример внедрения. Из международной практики тоже собираем, публикуем какие-то интересные моменты. Ну вот, например, викинг-отели в Ирландии. Там интересное замечание, что для европейцев это, наверное, более актуально, чем в российских реалиях. Но после реструктуризации и замены всей телефонной сети, после того, как убрали старую аналоговую АТС, поставили 3CX и IP-телефоны, потребление электроэнергии в отеле, в принципе, снизилось там на какое-то значимое количество процентов. 17, что ли, что-то такое было. То есть даже в таких моментах можно рассчитать и понять преимущества современных технологий, современных коммуникаций над уже более устаревшими технологиями. Ну вот не отелями едиными, конечно, живем. Всевозможные организации по всему миру также используют ПО 3CX и оборудование от Funvel. У нас были примеры и медицинских учреждений в России, и учебных. Ну вот тоже еще один пример из Европы. На этом, наверное, все, конечно, какие-то тут досконально рассказывать кейсы я не собирался, и, в принципе, все это есть в открытых источниках. Если хотите, сможем кому-то прислать, если нужны будут конкретные ссылки. Сейчас время ответов на вопросы, если они есть. С удовольствием пообщаемся с вами в чате. Ну, если ни у кого вопросов нет, тогда, наверное, можем только попрощаться и поблагодарить всех за... Был вопрос про другие телефоны.
Про другие телефоны Олег немножко ответил, и смысл сегодняшнего вебинара немножко о другом. Телефонов много, все, что поддерживает SIP, наверняка можно настроить с 3CX прямым либо кривым способом. Спасибо всем за участие, отлично, что собрались. Сложно было для меня разобраться, как это настраивается, поэтому я надеюсь, тот, кто посмотрит эту запись, я ему облегчил немножко работу. Олег, благодарю. Илья, спасибо большое. Хорошего вам всем дня. До встречи. Всем всего доброго. Про другие телефоны, какие будут работать, да, получается? Ну да, я сказал, что ты вроде как озвучил, и нам на это достаточно будет. Телефоны работать, которые держат SIP 2.0, скажу так. Которые SIP протоколы работают, будут работать все телефоны. Никакие другие по другим протоколам работать не будут. Вот, все, ответь. Все, спасибо, коллеги. Всем до связи, пока-пока. Всем.